Внимание! Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Я тут вспомнил вас. Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повелялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит: «Водички, попей!» А если не дашь хлебнуть из фляжки или наружу полезешь, пришибет. Раз мужик один решил пошутить, вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно: «Водички, водички попить!» А тут из палатки навстречу ему высовывается рука, из-за горла его цап! И такой сиплый голосок отзывается тихонько: «А тебе моя водичка зачем нужна?» Ой, а посмешнее ничего запасить. Проходи, не задерживайся. Проходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози уже.
Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Я таких, как ты, у меня все жизни. Ну что, меченый? Отлично. Документы из X-16 при тебе? Эх, если б кто помог. Значит так, меченый. Защитный прототип у тебя есть, чтобы от выжигателя прикрыться. Координаты бункера я знаю. Не забудь, что прототип не сможет бесконечно защищать тебя от излучения. Ты должен как можно быстрее пробиться в бункер под антеннами и отключить выжигатель. Что будет дальше, я не знаю. Но чувствую, оно того стоит. Точно знаю одно. Дорога к центру зоны будет открыта. Все, что нужно сделать, это пробиться в бункер под антеннами и отключить их. Берешься? И как меня угораздит? Блин. Пригодится. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Подходи, и я, сталкер. И друганы мы мои. Мы таких, как ты, у меня прорвемся. Всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться.